Предлагаем вашему вниманию кресло-коляску Armet H005B. Данная модель предназначена для использования в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло применяется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление и не предназначено для перевозки пациентов. Рама кресла изготовлена из легких и прочных металлических труб. Она имеет полимерное покрытие и не подвержена коррозии при контакте с водой. Для удобства хранения и перевозки кресло легко складывается. Для складывания снимаются сиденья и ведро с крышкой, и рама складывается гармошкой. Крышка сидений и ведро изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Поручни оснащаются пластиковыми подлокотниками. Конструкция кресла-коляски позволяет устанавливать его над унитазом. В этом случае санитарная емкость снимается, а спинка и поручни создают дополнительную опору пациенту. Высота кресла-коляски регулируется 5-уровневым кнопочным фиксатором с шагом в 2,5 см. Высоту можно увеличить максимально на 10 см. Колеса могут быть заменены ножками с резиновыми наконечниками, также регулируемыми по высоте. Два задних колеса снабжены индивидуальными тормозами, которые позволяют зафиксировать кресло-коляску в неподвижном состоянии. Рекомендуется использовать тормоза при посадке и высадке пациента.